небесной своей высоты смотрит Бог на тебя и с великим терпением ждет, когда наконец вдруг покаешься ты. Пролетают года и проходят столетия, и с востока на запад торопятся дни. Совершает свой путь во вселенная планета в новогоднюю ночь, зажигая огни. Дорогой слушатель, вы слушали передачу «Миссии Принштейна». Мы сердечно благодарим Бога за возможность этой передачи. Если у вас есть вопросы или вы желаете получить Евангелие, можете нам написать, мы ответим. Наш адрес: Германия, Гимборнерштрассе 20-51-709, Мариенхайде. Повторяю адрес: Германия, Миссия Фриденштейна, Гимборнерштрассе 20-51-709, Мариенхайде. Будем очень рады получить от вас письмо. Сердечно благодарим за полученные письма. Нашу передачу вы можете слушать каждую субботу в 15 часов московского времени на частоте 13.22 метра и 19 часов по московскому времени на частоте 6060 кГц в диапазоне 49 метра на коротких волнах. Благословит вас Бог, спасание истины и исполнение воли Божией в вашей жизни для спасения вашей души. Мы молимся о вас. Благодарим за внимание. Закончим передачу молитвой. Любящий Господь, мы от сердца благодарим Тебя, так обильно благословил нас в этом году. Слава Тебе, что в этом году...